не выполняются все постановления правительства, которые выходят о выплате заработной платы за каждый месяц. В данной ситуации у нас уже возник вопрос, нам, нашему управлению не выплатили заработную плату частично за май, вот, полностью не выдали за июнь и за июль. И такая ситуация она разрывает и за август месяц. Поэтому наше руководство, управление нашего, решило пойти на такой, как говорится, компромисс. Они взяли на этих шахтах уголь и через третьи руки переслали этот уголь, якобы, что мы получим деньги. За этот уголь нам должны были заплатить пшеницу, эту пшеницу перемолотить потом на семечки, заменить семечками. А потом уже из сбитого масла мы получим деньги. Когда это будет, мы не знаем. Обстановка очень нервозная. Ходят различные слухи, там то дома какие-то строятся, то еще что-то, куда-то эти деньги исчезают. Еще говорят, что управление банкрот. Что может быть просто нет смысла работать, что мы эти деньги вообще не получим. Их не с кому будет выплачивать. Вот что да, пусть нам отдадут хотя бы то, что мы заработали, что можно сейчас хотя бы взять. Видимо, будет задержка зарплаты на 2 и на 3 и больше. Вот оно, видите, к этому мы пришло. Нам пообещало правительство в ближайшее время закрыть заработную плату и мая, июня, июля. Мы сегодня сами решаем вопросы реализации угля, заработанного нами на шахте, и получения некоторых средств оттуда. Поэтому я считаю, что мы майскую и часть июньской зарплаты закроем до дня шахтера и надеемся, что и к этому времени подойдут деньги, которые пообещало правительство. В самом городе Красноармейске у нас имеется 38 домов с центральным отоплением. Остальные дома также с печным отоплением. В хозяйстве имеется 28 котельных, которые 25 котельных находятся по железнодорожным станциям, а 3 котельных находятся в городе Красноармейске. В городе Красноармейске у нас 2 угольных котельных и 1 газовая котельная станции вокзала Красноармейск. В настоящее время мы это хозяйство все, можно сказать, подготовили к зиме. Имеем запас угля, газовая котельная подготовленная, подготовлены 2 угольные эти котельные, которые находятся в городе. С 38 жилых домов, которые с центральным отоплением, такое большое хозяйство подготовить, конечно, собственными силами очень тяжело. Нехватка специалистов и транспорта. В основном, значит, я думаю, к отопительному сезону все жилые дома будут готовы. Тепло жильцы должны получить своевременно. Приложены все усилия к тому, чтобы наши жильцы тепло имели и чувствовали себя хорошо. Для этого отданы все силы. Суровой форме. Ну, честно говоря, ОХ сбросил объект на самом деле. Ну, как бросил объект? Котельная сделана в этом году. На первом этаже. Скажите, пожалуйста, Цобрин, вы же видите оставшиеся объемы, видите? Видим, Александр. При отсутствии финансирования нам что? 14 миллиардов нужно для того, чтобы приобрести клей, вот эти вот 30 колосников, или 8 метров трубы, или 10 килограмм электродов. Александр Иванович, если у нас карточек 5 миллиардов, что мы можем ждать? А мы объект должны запустить, бросить его, все, Лидия Терентьевна, объект бросить. Мы его запустим, понимаете, запустим. Скажите, какая сумма нужна, чтобы на местном уровне с предприятиями решить вопросы, я повторяюсь. Но мы сейчас с вами прошли по объекту, посмотрели, прошли. Что осталось? Наклеить линолеум, плинтуса, вбросить 8 метров трубы, набить плинтуса и 30... Ну, доходит до смешного. Отсутствие клея для того, чтобы поклеить линолеум. Отсутствие материала для того, чтобы
сделать плинтус и побить плинтус внутри помещения. Отсутствие 8 метров трубы диаметром 100 мм, отсутствие 10 килограммов электродов, отсутствие 10 колосников для котельной. Вот все это, казалось бы, мелкое и препятствует тому, что намечался срыв ввода в эксплуатацию пожарного депо. Но ведь с этим пожарным депо связан целый ряд проблем. Одна из них – это перевод станции скорой помощи в то здание, где сегодня находится служба пожарной охраны. Но, естественно, без косметического ремонта, хотя бы без косметического ремонта, мы не сможем перевести туда службу. По плану этот объект должен был сдан быть еще в прошлом году, в октябре месяце. Подходит октябрь 95-го года, пока еще далеко до финиша. Депо прекрасное, большое. Но один очень большой недостаток у него есть. Оно расположено на краю города. И, значит, мы проводили уже, так сказать, эксперимент. Расстояние от нашего пожарного депо до новостроящихся домов Лазурного составляет 10 километров 600 метров. По всем существовавшим ранее в Советском Союзе правилам, законам, СНИПам, радиус обслуживания пожарной части был 5 километров. Считалось, что если более 5 километров, то эффективность уже будет совершенно другая. Слова благодарности хочу сказать СМП-4, это наши генподрядчики, которые до последнего дня всеми силами упираются, прямо скажем, за счет других объектов, даже в ущерб другим объектам, наводят здесь порядок. Пришла долгожданная победа. 50 лет на часах истории – мгновение. В жизни человека этап и значительный. Выросли поколения, не испытавшие ужасы войны. У детей, появившихся на свет в победном 45-м, уже рождаются внуки. Время летит вперед по своим законам. Уходит прошлое многое, но никогда не уйдет из памяти человечества та страница истории, которая написана слезами и кровью миллионов сражавшихся за свободу, за независимость, сражавшихся и победивших фашизм. Подвигом был и труд. Труд женщин и детей в цехах заводов и на полях колхозов. О каком бы из 1418 дней мы не вспоминали, какой бы мы не взяли участок многокилометрового фронта, какую бы важную специальность военную не исследовали, неоспоримым фактом остается повсеместный массовый героизм, мужество, стойкость, готовность отдать жизнь во имя победы над врагом. Самым знаменательным событием в день празднования 9 мая в Красноармейске стало долгожданное открытие памятника на братской могиле воинов, павших за освобождение Красноармейска в годы Великой Отечественной войны. Были версты, обгорелые в пыли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропал. В это воскресенье во Дворце культуры имени Ленина прошло детское мероприятие «Утренник» под названием «Будьте вежливы, Ваше Высочество» из цикла «Поговорим о вежливости». В этом мероприятии взяли участие учащиеся средней школы номер 3, 12, 1, 9 школ города. Ребята стали участниками театрализованного представления, встретились со сказочными персонажами. Мальвина, Буратино, Король угадай, Царевна Несмеяна, Лорка Скороговорка. Это все были учащиеся средней школы номер 1. Еремеенко, Маша, Курская, Оля, Данилюк, Лена, Шелудько Лена и Шелудько Ира. Вот такие мероприятия во Дворце культуры стали уже традиционными. Они помогают ребятам формировать эстетический вкус, прививают правила хорошего тона, поведения в быту, культурного общения, формируют вкус к здоровому образу жизни.